Вместо яиц теперь молоко. На этих стеллажах молоко, майонез. От кур тоже ничего не осталось. Друзья, я вам уже, наверное, надоел с этими яйцами. Последнее видео 21 декабря. Но не могу опять устоять. Вместо яиц теперь молоко. На этих стеллажах молоко, майонез. Тут еще осталось яйцо перепелиное. Яйцо мелкое. С2. Вот такое вот. По 72 рубля. Вот только такое яйцо есть. Яйцо Праксис из Удмуртии. Яйцо элитное. 6 штук. 99 рублей. Осталось немножко лета. И практически все. Яйцо перепелиное. Праксис еще немножко осталось. 139 рублей 10 штук. Это, по-моему, из Истры. Раньше, вы помните, все стеллажи были забиты яйцом окским. Но сегодня его вообще нет. Вообще просто нет. Ну, сегодня понедельник, утро. А кто был вчера, в субботу? Здесь были пустые стеллажи, вообще никаких яиц не было. Вот такая ситуация. Короче, ждем яиц из Азербайджана. Кур тоже ничего не осталось. Вот сейчас вы видели, забрали последнюю тушку в Петелинке за 269 рублей. За 279 куриное царство нету. И остались только вот цыпленок бройлера от Петелинки по 229 рублей. Вот и тут несколько штучек. Вот такая картинка с курицей. Курицы тоже нет, как вы видите. А нет, еще вот цыпленок бройлера. Ну это халяль. Петруха, что ли. Петруха. Все, курочки тоже нет.